Если бы Вика была мужчиной, смогла бы я в нее влюбиться? Наверное, нет. Я ее, конечно, очень люблю, но с ее характером такого мужчины я пустила бы на шашлык моментально. Хотя... Я причина твоих всех бессонных ночей. Ты потерял аппетит не потому что ничей, а потому что, к сожалению своему, ты не мой. Ты в каждом видишь меня, на следенек меня нет. Я пожалею тебя и дам полезный совет. Не жди погоды с моря, делай что-то, только не стой. Сеточке. Разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только возможно, завоевать, но это будет, если только я все коды отдам. Разгадай меня по кодовой сеточке, разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Когда Слава начинает спорить и доказывать свое мнение, при этом не учитывая чужого. То есть она может перебивать и при этом: «А, да, я знаю! Нет, ты ничего не знаешь!» И это начинается так эмоционально, что мне хочется ударить Славу. Раскатай меня по кодовой сеточке, разложи меня по маленьким клеточкам. Сеточке, разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Любовь, дружба, жвачка и кукуруза кормовая.